Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. Ну что ж, зал героев, давай посмотрим. У нас Ариван, да, и Кэта, Пикси. Но, насколько я понял, ребята, Пикси не айс персонаж. Так мне написали многие, поэтому я пока оставляю себе Аривана. Так, улучшений пока никаких у нас нету. И мы с вами переходим на миссию. Земли грифонов. За вторжением стоит злодейция, королева сумеречных эльфов. Это она приказала орде гнолов убить Алерию, последнюю в роду Эллини. Мы окружены, и над плато на пике грифонов разносятся вопли тварей. Генерал, мы должны встать стеной и помочь юной принцессе добраться до Линерии. Я полностью с вами согласен. Встать стеной. Так, башня магов 4 уровня. Дикий маг. Дикий маг обладает чистой, неконтролируемой силой. Наносит дополнительный урон за каждый последующий удар. Хм, отлично. Слушай, довольно прикольно. Это у нас кто? Алерия, да? Принцесса, я так понимаю. Гнол-грабитель, гнол-поджигатель. Понятно. Так, опять у нас, ребята, здесь цветочки. Что это у нас за знамя? Бочонки, ничто не действует, понятно. Тут у нас непонятно, что это такое, что это за пристанище такое. Ладно, фиг с ним. В общем, дорожка у нас одна. Это вот это вот, да? Которую мы должны с вами защищать. Ну что же, поехали. Значит, у нас тут гнолы, шпоры. Давай, наверное, мы с вами начнем. Круг камней, нет. Мы начнем, наверное, с вами с лучников. Так, пока у нас отсюда пойдут, да, одни лукари. Поэтому, ребята, сделаем вот так вот с вами. Естественно, сюда поставлю я солдатиков для защиты. И Ариван у нас перемещается вот сюда. Ну что, ребята, вызываем первую волну. Да, гнолы, оу, нам помогают здесь стрелки. И это круто, ребят. Ох, как Ариван жарит. Мне нравится этот парень. Я вам еще раз говорю об этом. Подожгли маленько. Отойдем. Так, башни, конечно же, будем прокачивать. Но нам нужно, ребята, денежки приберечь, потому что здесь тоже же пойдут враги рано или поздно. Вот с этой дорожки и с этой. Так что особо сильно распаляться не стоит на бабло. Шазам. Мне нравится, как он кричит. Шазам. Сразу вспоминается фильм. Так, гнол-грабитель, гнол-поджигатель. Это с этой стороны пойдут. Цветочки созрели. Ага. Я еще, ребята, не использовал свой, как говорится, смерч. Слушай, а вот тут вот как-то вообще хиленько, смотри-ка. У нас, кстати, маг же есть, точно. Новый маг. С неконтролируемой энергией, не забываем об этом. Посмотрим. Так, ну я думаю, что здесь справятся у меня лучники. А вот тут, конечно, все очень плохо. У меня есть молния, об этом тоже не стоит забывать. Довольно неплохая магия, массовая. Так, хочу я посмотреть на нашего нового испеченного мага. Но для этого нужно накопить 250 монет. Гнолы, ну куда вы бежите, а? Ну куда? Это не гнолы, ребята, это у нас гиены. Гнолы, вот они бегут. Охламоны. Так, ну что, прокачиваем, ребята. Ага. Ариван, ты в ближнем бою вообще никакой, поэтому лучше тебе стоять на заднем плане. Кстати, ребята, диким... Ой, ой-ой-ой-ой-ой. А тут-то у меня ничего и нету. Дождался, да? Того самого момента, ё-моё. Ох, как он хорошо впечатывает. Как он хорошо впечатывает. И замораживает, и бомбит молниями. Прям такой маг стихийный. Так, здесь, ребята, надо применять все, что есть. Все, что можно и все, что нужно. Ой-ой-ой. Что-то мне не нравится. Так. Придется мне применять магию. Не хотел, конечно, но никуда не денешься. Да и в конце концов, нужно здесь кого-то нам поставить. А то как-то без защиты. Абсолютно, без всякой защиты. Ну, башни вот эти... А, у нас же еще тут стрелки. Я думаю, как-то две башни держат всех под контролем. Нет, ничего подобного. Всех они, конечно же, не держат. Алла-лейм. Так, у нас опять и здесь пойдет волна, и здесь. Перифон. Ребята, здесь пойдет перифон, полетят. Твою ж налево. Это же плохо.
И там то же самое. Эй, погоди-ка, а если мы вот так сделаем? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Убили. Отлично. Расстреливайте, пожалуйста, мне этих перифонов. Да ну, что-то как-то... Ребята, большая опаска. Очень большая. Что, они могут пролететь? Я не должен этого позволить. Ни один перифон не пролетит здесь. Фух, отбился, слава богу. Так, волшебные лучники. Конечно же, я буду их прокачивать, ребята. В обязательном порядочке. Как же без них-то? Без них никуда. Так, они тут у нас обглодов тащат, да? Да, тут обглоды. Что? Нет, нет, пока терпимо, ребят. Пока магию можно не применять. Опа, смотри, что делает. Это мой? Это, по-моему, мой, да, был? Да идите вы в одно место, как говорится. Нужно прокачивать, ребята, поток стрел. И желательно быстрее. Да что ж такое-то? Что происходит, а? Они не дают мне, ребят, никаких шансов вообще отбиться. Так. Опа-на. Опять эти, да, у нас осквернители гнолы. А ну-ка, если мы вот так вот. Да-да-да, я вспомнил, вспомнил я, что ты можешь делать. Еще два. Че не понял я? Погоди-ка. А, так я могу... Я могу сам их вызывать. Я и не знал. Блин, тут еще и эти найдут. Так, в сон. Нет, в сон. Вот нам нужно что, ребята, прокачать с вами. Да и башню эту все никак не хватает денег. У меня нету здесь нашего капитана, который бы мог мне помочь с фармом денег, да? Мне приходится все своими силами, ребята, делать. Так, давай-ка мы, наверное, вот здесь вот прокачаем поток стрел. Хотя бы по одному уровню. Это уже будет хорошо, поверь мне. Так, этим идет. А ну-ка. Кстати, здесь тоже нужно, да? Докачать эти башни. Волшебные лучники. Нам они нужны. И как можно быстрее. А ну-ка. Да и на самом деле сон бы не помешал бы нам. Сон, сон, сон. Что... Да хорош, что-то вас тут... Что-то как-то вас тут много накопилось, эй! Родные мои! Эриван, жарь давай! Мне вот это не нравится, ребята, затея. Мне нужна магия, можно быстрее, как-нибудь срочнее ее. Молния есть, спасибо тебе. Фух, фух. Это было очень напряженно, на самом деле. Слушай, ну если так дело пойдет дальше, я не знаю, что мы с вами тут сделаем. Так, 230 монет не хватает. Сумеречный истязатель. Твою ж налево. Явились, не запылились. Ладно, давай расстреливать. Вот эту башню тоже надо будет нам улучшить. Цветочек применить, давай применим. Вот так вот. Так, еще два цветочка есть. Вот тут вот надо нам, ребята, что-то сделать. Замутить, может быть, мага влепить. Давайте влепим, наверное. И вот этого прокачать. Все никак не доходят руки. Все никак, ребята, руки не доходят мне заняться прокачкой. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Эй. Друзья мои, что-то тут жестко. Давай, птичка, лети. Помогай мне. Во, хорошо, хорошечно. Вот, ребята, у нас и прокачался маг. Так, лесная жуть взрывает врага, нанося 80 очков урона всем соседним противникам. Хм. И печать распада на 10 секунд лишает одного врага волшебных способностей. На 10 секунд. Хм. Это очень круто, кстати. Сейчас, ребята, мы с вами вот эту вот башню прокачаем еще, да? Так, обглоды опять идут. Влепляем. Так, солидно. Так, ну здесь более-менее хоть что-то у нас есть. А вот тут, конечно, как-то все кисло. О, смотри, как она жарит. Слушай, довольно быстро она бомбит. Конечно, бы дамага бы побольше, был бы вообще имба. Сейчас прокачаем вот это вот, ребят, способность. И посмотрим, что дальше будет у нас. Обглоды целой кучкой идут.
Так, ну, хватает. А как мы посмотрим, когда она взрывает противников? Это будет видно хоть как-то? Ну, с этими, с гнолами довольно быстро она расправляется. И это радует меня. Так, у нас поющие клинки. Нужно прокачивать их. Слушай, а что тут вот? Что это за птичка у нас? Я думал, что она хоть как-то может тут действовать. Никак она пока не действует. Так, маги поперли. Сквернители, да? Нет, это не сквернители, это у нас... А, нет, это сквернители. Я уже думал, что я что-то попутал. Нет, все хорошо. Так, а у них, смотрите, у них защита от магии. Потому что вон маг мой бомбит, а ему все равно. Но зато мы можем лишать его магии на 10 секунд. Хе-хе, теперь. Так, что нам делать? Нам нужно, ребята, 270... Во! Поющие клинки. Вот это будет замечательно. Так, птичка вернулась. Да? С полета. Нет, не будем пока тратить магию. Я думаю, этого пока не нужно делать. А вот прокачкой нам нужно заниматься. Перифоны. Опять эти летуны сейчас полетят. Господи. Так, Этин вылез. Явился, не запылился. Так, поющие клинки. Вам, наверное, надо встать вот сюда. Посмотрим, насколько быстро они будут расправляться с противниками. Опа-на. Уже с этой стороны грифон сам вылетел. Я не вызывал, ребята. О, ты понял? Ты видел, что сейчас сделал маг? Просто взорвал Этина. Прикольно было. Маг, давай, родной, мы тебя прокачаем маленечко. Перифоны летят. Твою же налево. Так, ладно, сейчас посмотрим, как мы с ними вообще будем справляться или нет. Птичка, лети. Поджигай их. Хорошо. Так, и здесь, я так понимаю. Да, ребят, мы и здесь можем вызвать. Слушай, ну обглоды для меня теперь вообще какие-то сосунки. Так, давай-ка, наверное, вот так вот прокачаем. В сон. Нет, нам нужно, ребята, поток стрел. Я думаю, что это будет лучше. Конечно, сон тоже неплохо, но поток стрел в данный момент важнее с массовой атакой. Здесь 325 монет. Так, вызываем. Давай-давай-давай, этих перифонов всех валим. Да куда ж ты? Елки-палки, пролетели мимо кассы. Маг, жарь по ним, пожалуйста. Елки-палки, что-то у вас тут многовато, по-моему. Вот в данный момент поющие, да, клинки, ребята, здесь вообще не имеют никакого смысла против летающих. Дай-ка я вот так вот прокачаю. Я думаю, что вот сюда, наверное, все-таки, наверное, еще поставим. Не знаю, почему-то мне нравятся лучники. Они у меня еще при этом, ребят, прокачаны. Так что все хорошо. Наносят урон хороший, качественный. Так, поехали, следующая волна. Это 12-я. Всего здесь 15 будет волн. Так, это у нас сумеречные истязатели. Вы помните, да, ребята? Мы их могли в свое время нанимать в последней части Kingdom Rush. Нам давали башенку, да, где мы могли их нанимать. Ой-ой-ой-ой, стрелки, успокойтесь. Так, эти, отдуплись, пожалуйста, а. Ой, мне не нравится, ребят, что здесь происходит. Смотри, они как-то проходят, пробегают. Солидно. Так, секунду. Куда ты разогнался-то, эй, парень? Смотри, они проходят. Успевают, умудряются как-то пройти. Так, что нам сделать? Давай прокачаем здесь сон. Ну. Нет, 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 нет. Никто не должен пройти. Почему мои клинки не орудуют? Стоят, спят, видите ли, охламоны. Тут, как говорится, башни, да, у нас в таком положении, а они себе стоят, спят. Ничего не делают, абсолютно. Так, прокачиваем. Цветочек выпускаем. Ага. Так, тут вот, конечно, всего лишь одна башня. Это плохо, на самом деле, ребят. С одной башней тут как-то не особо хорошо. Клинки стоят, лыбятся. Ты смотри, что. Ой-ой-ой-ой, сколько вас тут много-то.
пока, ребята, я не буду ничего использовать. Надеюсь, мы тут с вами справимся, сможем отбиться. Нам маг помогает, вот этот вот. Тут стрелки, цветочки. Все, что угодно, да? Для нашей помощи, ребят. И обглодов мы с вами поджигаем, конечно же. Вот так. Фух. Отбились. Следующая волна. Я даже, ребят, не успеваю просто вести отсчет. Гнолы. Этин сразу же взорвался. Вот это хорошо, ребят. Когда он сразу взрывается, это вообще замечательно. Так, цветочек. Так, надо, кстати, вот здесь вот прокачать немоту. Потому что вот этот вот охламон меня бесит. Осквернители эти. Опс, нет, 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 не надо. Не надо варивана бомбить. Поющие клинки, да, надо прокачивать их. В них вся сила, ребят. В данный момент. Для нас. Я даже не знаю, что нам еще тут сделать. Может быть, башенку поставить вот сюда? Нет, не надо сюда башенку. Вот так лучше сделаем. Так, грифончик вернулся к нам. Помогай, пожалуйста, родной. Вот так вот. Хорошо. Блин, сколько тут этих осквернителей. Перифоны летят. Так, эти лопаются, как шарики надувные. Ну-ка. Чтоб было им тут неповадно. А то нашли себе приют. Так, прокачка сна по полной программе. Здесь, ребята, у нас вот так вот делается. Цветочки, в помощь нам. Все в помощь, ребят. Здесь все отлично. Так, вот тут надо нам лучников лепить. Прокачиваем их. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои, тут что-то как-то... Да убивать вы этих перифонов-то. Фух. Наверное, сюда все-таки я влеплю еще лучников. Что это такое, ребята? Не понял. Что за тележку еще притащили, чуваки? Угу. Опачки. Босс, что ли? Так. Это, ребята, босс. Что он там делает? Он лютует. Блин. Ариван, ты где у меня? Иди сюда. Слушай, он что-то уж какой-то... А чё он такой мощный-то? Как это он, интересно, мне моего персонажа подбил? Главного причем. Эй! Да ну-ка нафиг, такого быть не может. Чё он делает? Он, ребят, сейчас пройдет просто-напросто. Ариван, ты где, родной мой? Что за имба такая, а? Ариван опять у меня погиб. Друзья мои, Ариван опять у меня погиб. Да он пройдет. Он пройдет, по-моему. Слушай, а как я его должен был подбить? Он... Ну что, друзья мои, моя вторая попытка по прохождению этого босса. Как вы видите, я немножечко по-другому себе расставил приоритеты. Сделал побольше магических башен. Давай посмотрим, получится ли у меня на этот раз. Так, отлично, Ариван, давай-ка, будешь немножко здесь помогать. Так, будем как-нибудь сдерживать его любыми способами. Так, давай-ка мы ураганчик отправим. Да елки-палки, по-моему... Нет, нет, нормуль, нормуль. Блин, Ариван, он быстро очень убивает Аривана. Очень быстро, буквально там пару раз своей плеткой и все. И он у меня падает. Все, ребята, прокачиваем, что у нас осталось недокачанным. Так, пол хп отнял у него. Да-да-да-да-да, не ори. Не ори, не дома, и дома не ори. Так. Ну. Давай, грифон, где ты там, ёпарсете? Поджарь его, пожалуйста, поджарь. Слушай, но я тебе могу сказать одно. Так, эльфийский егерь, что там еще?
чего такой серьезный. Ну что я могу сказать, на этот раз намного лучше и, конечно же, благодаря нашим магическим башням. Так, и мы с вами переходим, судя по всему, на мостик. А нет, ближе к деревушке подобрались. Так, ну что, давайте сделаем с вами улучшение. Так, я думаю, надо прокачать грозу. Добавляет 2 удара грома. То, что нужно для нас. Так, ну что, ребятушки. Так, Рексок, до героев нам еще далеко, до новых. Пойду-ка я, наверное, попью немножко кофейку и продолжим играть. Ну что ж, друзья, следующая миссия у нас Рокхендж. Война в самом разгаре, мы то атакуем, то отступаем, но каждая пядь земли дорого обходится нашим врагам. Вам же, генерал, приказано отступить к волшебному лесу. Великие друиды всегда были нам друзьями, но идя по этим волшебным землям, мы постоянно ощущаем чьи-то злобные взгляды. Хм, интересно, чьи? Сейчас мы с вами все узнаем. Эльфийской принцессе пришлось искать помощи в Линерии. Тем временем враги теснили ее войска вглубь волшебного леса. Нужно найти безопасное место. Святилище! Это место под защитой рун друидов. Секунду. Эти руны вырезали не друиды. Это руны сумеречных эльфов! Так, каменные друиды, 4 уровень, строение великих друидов. Так, великие друиды повелевают природой, подчиняя себе землю, зверей и духов. Вот так вот. Какая красивая карта у нас. Ух! Ребята, Астерикс. Астерикс и Обеликс, что вы делаете здесь? Так, ну что ж, давай Стоунхендж. Давай определяться, кто у нас тут. Сумеречный истязатель. Ёлки-палки, это же темные эльфы, это стрелки. Что мы будем с вами делать? Как поступим? Против луков у них, по-моему, ребята... Иммуночка, да? Ладно, начнем потихоньку, наверное. 3 дорожки, с которых будут идти враги, и 2 всего лишь должны... Ой, и 1 должны мы всего лишь защищать. Так, ладно, хорошо. Надеюсь, у нас все получится здесь. Блин, почему здесь ничего нельзя, ребята, кликнуть, нажать, увидеть? Так, может быть, нам надо где-нибудь мага все-таки еще влепить? Что мы все с вами с одними лучниками-то дрынькаемся? Так, и мой Ариван, родной, надо тоже прокачать тебя до 10 уровня как можно быстрее. Мне нравится этот малый. Ну что, поехали. Сумеречный истязатель, 10 штучек. Ай-яй-яй. Да, солдатиков они, конечно, крошат только на ура, поверьте мне. Шазам, давай перемещайся сюда. Будешь помогать. Упс, упал. Заморозили. Ай, красота. Да, ребята, это стрелки. И ничего тут не поделаешь. Так. Эти штучки, ребята, очень хорошо нам будут помогать. Совет. Ядовитая лоза. Ядовитая лоза отравляет и замедляет врагов в зоне поражения. Так. Ага. Ну, отравляет так себе, если честно. Но, тем не менее, хоть какая-то помощь. Лишней она никогда не будет, поверьте мне. Так, ну давай, давай, истязатель вот этого бомбанем. Вот. Так, прокачаем эту башенку. И, по идее, нам нужно мага прокачивать. Я думаю, что здесь ближники, ну, вообще, ребята, плохо себя будут чувствовать, на самом деле. Да отойди ты, ты посмотри, что они делают, а? Нет, башен тут, конечно, надо очень много делать. И это не делают, посмотрите, просто расстреливают. Тут-то еще кто у нас? Паук-мечевик? Что еще за паук-мечевик пойдет у нас тут? Паук-мечевик. Ладно, давай. А тут? Ну, тут истязатель сумеречный. Поехали. Новый. Так, лапы этих злобных пауков острые, как отточенные закаленные мечи. Высокое сопротивление магии, высокий урон и средняя скорость. Ну, блин. Твою ж налево, а. Нам надо друидушку поставить. Ну, я бы не сказал, что у них большое сопротивление к магии. Мой Ариван просто их разбирает на ура. Да все хорошо, что я переживал. Все очень прекрасно даже. Так, Ариван, я надеюсь, ты успеешь бомбануть. Хоть по... Во, сразу же наповал бомбит. И заморозил еще по красоте. Ать, паучки.
Паучки, ребята, идут. Давай вот так вот сделаем. Отравим, замедлим, все как полагается. Этих то же самое. Так, маги. Ну давай магов будем прокачивать. Хотя, по идее, мне нужно друида. Я хочу посмотреть, ребята, что у него там за возможность. Какая прокачка у него. Так, тихо, 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 не надо. Паучки, не надо выделываться, пожалуйста. Да, реванчик, что-то ты как-то в ближнем бою вообще не алё. Или это паук такой сильный прям. Так, сумеречный истязатель, это все понятно. Здесь пауки-мечевики, как они достали, а? Они так и будут меня сейчас одолевать здесь. Ну, он классно бомбит, на самом деле. Вот мне нравится вот эта вот массовая атака. Ха-ха. Поджаривает всех, да, хрустящие, ребята, корочки. Так, давай-ка мы сюда, наверное, подкрепление поставим. И вот так сделаем. И отравим их. Пускай они немножечко тут познают вкус яда. Ой, а это мне не нравится. Смотри, ребят, подходят, подкрадываются. Молодец, ореванчик. Так, только отойди, потому что там сзади тебе кусает за задницу этот паук. О, теперь у нас есть башня. Причем прикольная. Так, поток стрел надо будет обязательно выучить. Тут-то что у нас? Сатир Головрез. Это еще кто такой? Так кто еще такой? Юркие и злобные существа, нападающие на неосторожных путников. Высокая скорость, высокий урон и дальняя атака. То есть они метают ножи. Так, травим тогда их всех тут. Захотели на халявку пройти. Не тут-то было. И этих тоже отравить. Так, нам нужно 300, ребята, монет, чтобы прокачать вот эту вот башню. Дикий маг у нас появится. Ну, что-то с деньгами как-то у нас пока напряженка. Ну, давай, 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 давай. Есть, ой, подожди. Вот так. Отходим, отходим, родной мой. Здесь травим. И тут тоже сразу же в отравлении их всех. Ну вот, я понимаю, дикий маг начинает жарить. По красоте. Надо будет ему прокачать, ребята, вот эту вот лесная жуть. Так, паук-мечевик. Ладно, пауки-мечевики. Ненавижу я этих истязателей. Ненавижу. Так, хорошо, что этот фруктик у нас. Этих мы травим. Этих тоже надо будет отравить. Ну и, конечно, прокачиваемся. Прокачиваемся, ребята. Надо стрелу было. Поток стрел, я совсем забыл. Ой-ой-ой-ой, что-то подкрадываются они слишком... Слишком близко вы подошли к моей территории, пацаны. Это уже не смешно. Это уже не смешно. Так. Во. Хотя бы по одному уровню, ребят, прокачать, это уже будет большой плюс для нас. Я обычно всегда так делаю. Потом уже, когда будут излишки, а они практически никогда не бывают, прокачиваешь уже по полной программе. Да и вот эти вот тоже, ребята, конечно, не айс тут воины стоят у меня. Так, 160. 160 нужно нам монет. Опа, погоди-ка, погоди-ка, что это такое? Что это, ребят, такое? Что это за фокусы? Ничего себе, они хитрожопые, ты понял? Они взяли просто-напросто через рощу вот эту вот. Просочились, и все. И как будто у себя дома. Это хитро. Это очень, ребят, хитро. Да отрави ты их в конце концов. Слушай, мне кажется, тут надо что-то еще поставить. Как-то не очень хорошо у нас тут получается все. Давай. Башня улучшена. Если что, ребята, у меня есть молния, будем применять. Если понадобится. Я чувствую, что она понадобится. Уже даже, наверное, сейчас, да? Или нет? Да ладно, справимся, что ли? Так, Ариван, не падай. Фух, выжил. Надо этих ребят прокачать. До поющих клинков. Я про них совсем забыл. Сатир Гоплит. Это еще кто такой? Опасные бойцы, мастера ближнего боя. Нередко вызывают подмогу. Так, высокий урон, средняя защита и призывает союзников. Блин. То есть он сейчас будет орать и... Посмотрим, как это будет выглядеть.
Сколько там? Троих сразу же? Серьезно, что ли? Не, парни, так дело не пойдет. Да ты достал, ты так и будешь, что ли, вызывать их на постой? Да он сейчас такую армию здесь наплодит. Он напоминает мне, ребята, этих чернокнижников из Frontiers. Так, ага, не тут-то было, да? Скушали, как говорится. Давай, наверное, сон прокачаем здесь на одну единичку. Слушай, надо вот этого вот сатира-то главного-то, гопли-то бомбить как можно быстрее. Тут отравим. Ребят, видите, камушек вокруг моего Оривана, да, кружится? Это дополнительная защита. Ну, типа брони каменной. Ну, давай, 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 давай. Подбей, пожалуйста, вот этого вот жулика. Кстати, нам можно печать распада прокачать. Тогда он, ребят, не будет сколько-то там секунд пользоваться магией. Я так понимаю, призыв — это магия же все-таки. Так что в наших интересах это сделать. Давай, прокачивайся, башенка. Ага, хитрожопый. И опять, ребят, побежали через эту, через чащу. Так, нормуль. Тут, получается, половина идет по дороге, половина вот так вот, да, сокращает себе путь. Ну, я их буду травить сейчас всех, налево и направо. Вот так вот, чтобы было им неповадно всем. Так, тут 200 нужно, да, для того, чтобы прокачать стрелу с дамагом. Ну, чё так долго-то все? Эй, а ну-ка, поехали, покатаемся. Нет. Этого нам не надо. Так, первый уровень. Так, здесь мы тоже с вами стрелков ставим. И вот это вот. Все забывая печать распада прокачать. Кто у нас здесь побежит? Сейчас посмотрим. Ну, тут паучки, понятно. Где у меня... Оу! Ариваша тут подбили у меня. Аривашу подбили. Так, 275. Надо срочно делать поющие клинки. Во! Вот это совсем другое дело. Но... этого мало, нам нужно еще их прокачать. Иначе от них толку-то здесь минималка будет. Так, со всех щелей прут, а? Да, они такие, ребят. Со всех углов бегут, но мы вроде бы как разбираем их потихонечку. Давай вот этого вот лучника тоже прокачаем. Так, это какая волна, ребят? Это была девятая. Девятая волна. Ну... вот пауки, вот успокойтесь, а, пожалуйста. Не лезьте, мы к вам не лезем, а вы вот докопались. Танец неуязвимости. Погоди. Что-то мне показалось, что они вроде бы как проходят здесь, да? Может, мне показалось? Опять травим. Сразу взорвали его. У него какая-то, ребят, периодичность. Она может сразу бомбануть, а может и нет. Странная загвоздочка. Так, давай сюда подкрепление. Наплодил там, да? Своих этих предспешников. Так, тоже хорошо. Ну что, ребята, вроде бы как по одной прокачке все сделано. Теперь можно, наверное, прокачивать нам друида. Хотя вроде бы и без него справляемся. Но рисковать не будем. Травим. Травим. Так, лишь бы не прошли. Нет, по-моему, все хорошо. Нет, них. Нет, подожди. Аривашу подбили, ребята. Аривашу подбили. Теперь вся надежда только на клинки. Пока Ариваша там у меня воскреснет, пройдет очень много времени. Не сдаемся, не сдаемся, родные мои. Слушай, ну клинки — это круто, ребята. Особенно то, что они могут отражать урон. Так, сумеречный истязатель и паук. Кто? Паук-паутинник. Чудовищные пауки опутывают своих жертв коконами из паутины. Твою же налево. Еще какие-то виды пауков у нас новые появились. И они идут снизу. Так. Ариван, давай, не подведи. Замораживаем. Все, что хочешь, делай с ними.
Лишь бы нас в кокон тут, ребят, не зап... Ты понял? Они просто берут и запутывают нас в кокон. Так, ну что, тут уже более-менее. Остается только лишь, наверное, мага еще прокачать здесь. И будет вообще тип-топ. Пауки, достали вы. Так, вот этих нужно тоже, ребята, здесь немножко подкосить. Истязатели эти, да? Сумеречные. Так, друид, ты готов у меня прапаться? Так, строение великих друидов. Великие друиды повелевают природой, подчиняя себе землю зверей и духов. Но это мы читали уже, елки-палки. Ты мне покажи, что ты будешь делать на этой прокачке. Ага, бесята бегут. Не понял. Эй, это... Ничего себе, они прям ко мне сейчас... Эй! Так, погоди, погоди, погоди. Тут я такого не ожидал. Нам придется вот сюда смещаться. Так как-то делать, да? О-хо-хо, травим. Нет, дорогие мои. Слушай-ка, ну они тут проходят. Ты понял? А как нам тогда быть? Как нам тогда здесь быть, если они тут пробегают? Зашибись. Просто зашибись. У меня нету больше, ребята, никакой магии. Я не смогу ничего применять здесь. Так, ураганчик я пока придержу. Ну, вдруг, мало ли чего. Фух, так, секунду. Что мы можем сделать? 375 нужно. Да как вы достали-то сюда бежать-то, а? Что тут вам? С двух сторон. Ладно, этих быстренько мы расчекрыжили. Давай его здесь задержим. Пускай вот его тут расстреливает маг. Травануть уже поздно, травить. Слишком далеко он. Так. Держим, ребята. Смотрите в оба, чтобы никто не смог пробежать здесь. Вот что. Акцент на что надо делать. Так. Слушай, а тогда от этого друида здесь никакого толку нет. Вообще, ребята, если они пробегают вот здесь вот по этой роще, да? Что он мне будет здесь делать? Ничего. Хотя, фиг его знает, я попробую. Мне надо посмотреть. О, какой он классный. Так, рунные медведи. Пробуждает рунного медведя. Он блокирует и атакует врагов. Сильванское проклятие. Проклинает врага, причиняя 35% полученного им урона остальным противникам. Да? Ну, давай посмотрим. Я хочу посмотреть, ребята, на рунного медведя. О! Так, погоди-ка, только поставим мы его вот сюда. Чтобы он здесь перекрывал нам путь к врагам. Ой, к нам. Так. Пауки тут со всех щелей, я понял. Я понял, давай травить. Теперь, ребята, я вот этого мага хочу прокачать. Магическая поддержка здесь нам пригодится. Так, Мишка крут. Надо будет, наверное, еще прокачать его маленько. Он, смотри, он сдерживает их. И это замечательно. Это очень замечательно. Так, сколько он? 350 стоит. Да сколько тут? Эй! Спокуха, ты посмотри. Просто ползут до бесконечности, ребят. Клинки, не подведите меня. Ах, молодцы, молодцы. О, два медведя у нас. Это не вторая, это вторая прокачка. Два медведя дает, да? В коконы их просто смотали и все. Это вот эти вот хитрые паучки. Астерикс, ты бы помог бы нам, что ли? Я не знаю, стоишь там, фрукты лопаешь. Камни вытесывает он, Стоунхедж. Так, последняя прокачка. Друид прокачанный у нас по полной программе. Тут не подкопаться. 14-я волна. Сейчас будет, ребята, жесть. Последняя, подготавливаемся к последней волне. Смотри, видите, когда мы немоту повесили на него, он не может призывать свое вот это вот подкрепление. И это круто. Отравить забыл. Опа, ты понял? Он, оказывается, тоже может ползти. Я думал, что нет. Тут даже, ребята, вот, желтенькими камушками обозначено, как он перемещаться будет. Все, я понял.
Так, давай-ка мы здесь тоже небольшую прокачку сделаем. Ух! Как эта стрела бомбит круто, да? Сколько она? 240 единиц урона. А сколько у него хп? 600. Ну, считай, да? 2,5 раза выстрелить, и он готов. Хе-хей! Ну, бас. Опа! Смотри. Кто у нас тут сейчас появится? Какая-то магия. Убейте 50 врагов взрывными атаками. Лесной житель. Какой-то лесной житель. Натяжитель, елки-палки. Так, а это что у нас? Особый прием. Так, выполняет до 4 ударов, наносит 40-56 очков урона. Это крутенько. Да ладно, ты успокойся. Что ты сюда пришел со своей шоблой? Да-да-да-да-да. Ведь не пройдет же? Не пройдут. Мои поющие клинки просто им покажут, где раки зимуют. Смотри. Да, слабовато, конечно, показывают, но тем не менее. Так, Ариван, отойди. Не успел, ребята, я его увести. Совсем чуть-чуть. Травим. Все, что ли? Изи. Тут по-другому не скажешь. Ну что, друзья, вот как-то так. Мы с вами что там, улучшение получили, да? И герой у нас открыт. Какой? Это князь Денос. Хе-хе. Вы помните, да, что в последней серии Kingdom Rush, да, мы с вами князя Деноса отправили в какой-то портал. И осталось от него только лишь корона и меч. Да, давайте посмотрим, что... Ой, ой-ой-ой. Так, сибарит. Князь Денос съедает энергетический паёк, восстанавливая 80 очков здоровья. Очарование Деноса заставляет его врагов максимум 3 восхищенно застыть на 3 секунды. Разрушительная атака, наносящая от 70 до 134 очков чистого урона. Кидает щит, поражая до 3 целей, нанося каждой от 20 до 36 очков урона, да? Призывает 3 королевских стражей, которые помогают в борьбе с ордами зла. Прикольно. Прикольно. Так, ну я хотел нашего, ребята, Аривана прокачать. У него только 6 уровень, господи, когда же ты у меня прокачаешься? Почему так слабо идет прокачка, а, друзья мои? Так, увеличивает урон удара грома и поражает зарядами случайных врагов. По фулке прокачаем мы с вами шторм наш. Замечательно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Origin. Так что всем пока и до скорого.